два миньона. Ні, машину повертаємось. Справ по счет брат. Ми з Грузії, з Литви. З Грузії, з Литви. Ні, тут місце. Старше. Місце по місце. Та довірка кончається. А права поміняли? А у мене ж на 50 лет. Да. В смысле на 50? Это украинский? Да. А ты же знаешь, что ты 26 декабря не сможешь с ним здесь ездить. Чего? Надо переделывать на ЛНРовские. Надо. Ты что, не слышал? А законным путем уже нереально. Понятно, там такая давка. Ну так вот, я вот 2 недели назад поменял за 5000. Так вот, 12-13 год я получал, а говорили, мне не надо, ты уже на 50 лет. Они же меня... Да ты тоже украинский ты получал. Я по всей... Где ты их получал? По всей планете. Здесь, в Луганске. А, ну тогда войны же получил. Ну правильно. Да, до войны. По всей планете, да. Я понял. А законным путем, если будешь менять, у тебя их забирают и дают ЛНРовские на 10 лет, по которым ты можешь ездить только по ЛНР и по России. Никто там сможет подозрительно на них. Не, я утерю напишу. По утере, да. По утере пишешь, 2 месяца ездишь по бумажке по временной. Так что лучше ищи концы сразу, и лучше 5-ку отдай, чтобы там вот не толкаться. Обалдеть, вот это бы она придумала, гады. Я думал, уже все знают. Так не, я знал, а те, что обессрочно, что их надо. А эти не надо было. Не, уже надо. Любые украинские уже не катят.